Относительно вроде бы легко забивает соперник. А это вроде не слепшим показал мастерство прохода. Отдавилов не попал. Быстро так на нашу эфиру вернулся. Не здорово сыграл, финтом убрался. Традиционная атака Урала, Горнаев. Горнаев не пускает соперника, чтобы тот не помешал Денису Левшину набрать еще. Нет, там 16-12 должно быть. 85% он это делает. Денис Левшин, лидер Урала. И бьет очень издалека Карпухин, не точно, подбор забрать за Спартаку. Ох, как из-за спины здорово выбежал Денис Левшин. И забил. Томаса поставили в такую неудачную. Привет от Левшина. Коршунова Левшин сам идет, зависает в воздухе. Трёху от забора, как говорят на тренировках, забивает Денис Левшин один. Если не случайность, то недоразумение как источник. Снова Левшин идет в проход, забивает тяжелейший.